Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Тружусь, как бджелка, знаете, ну вот бджелка, трудится и все. 3 января, практически 15 часов, а я все делаю, знаете, чтобы все это было, было бесплатно, не надо. Ладно, об бесплатности мы еще поговорим. Итак, целительные силы. Том 4. Значит, что вы получите или узнаете? То есть для того, чтобы разбираться в собственном здоровье, надо, естественно, кое-что знать. И здесь идет, знаете, не просто там вот какие-то рецептики, как вот смотрите, вот такая вот книжка есть. Традиционное и нетрадиционное лечение там. Болезни от А до Я, от чего она возникает и так далее. Тот болячки перечислены и все. Ну, не то. Нету работы организма, нету других каких-то, знаете, вопросов, которые человек должен был бы знать для того, чтобы содержать свой организм в порядке. Итак, что же вы узнаете из третьего тома? Это третий том посвящен биоритмологии и уринотерапии. Итак, глава первая. Суточные биоритмы. А вот не просто суточные биоритмы, суточные, ну и что там суточные? А смотрите, как я закрутил это. Внутриклеточные биоритмы, функциональная биоритмология гармонизма. Не просто так, как-то так это. Далее, влияние Луны на суточные биоритмы. Оказывается, Луна там влияет. Ку-ку. Далее, глава вторая, недельно-месячные биоритмы. Что это такое? Недельные биоритмы, месячные биоритмы. И третье, распределение оздоровительных мероприятий в лунном цикле. Все надо согласовывать с движением светил, с приходом космической энергии. А кто у нас космическую энергию дает в основном в виде гравитации и, будем говорить, светового электромагнетизма? Это дает гравитация, это дает, конечно, планеты, в первую очередь Луна влияет, а уже дальше наше Солнышко. Вот сейчас она активна, и как она на людей негативно влияет. Глава 3. Годовые биоритмы. Особенности сезонов года и их влияние на организм человека. Вам об этом кто-то говорил? Что сезоны года как-то там влияют. То есть вы-то ощущаете, что они влияют. Что становится холодно, что становится жарко. А что при этом происходит в организме? Как влияет жара на организм? Как влияет холод? Как влияет сухость? Как влияет влага? Как влияет такая промозглая погода. Да? Вот так-то. Сезонная активность органов и функции человеческого органоида. Понимаете, органоид наш, он активен в зависимости от того, от времени года. Вы уже, наверное, от меня хорошенько выучили такую вещь, как чистим печень во время ее годовой активности, сезонной активности. Это в самом начале весны, а вернее с самого начала Нового года по восточному календарю. Кстати, сейчас ближется. Вот, узнаете, что, что и как. Знаете, причем так плотненько узнаете, а не просто там на отвали. Да, вот там что-то там это самое. Прочитали в интернетике, там написали какие-то там, как правило, пишут редакторы. Вот надо им что-то там в сайтике там такое вставить, им там поручили. Они где-то, возможно, у меня там что-нибудь свистнули, украли там, та-та-та-та-та. Опа, всунули там, не понимая, что, что и как. А, пойдет. Так, часть вторая, уринотерапия. Вот уринотерапия. Что это такое? И смотрите, мы начинаем. Глава 1. Теоретическое обоснование применения урины. Образование урины, ее свойства, компоненты урины, ее свойства, виды урины, их особенности. То есть видите, как мы сразу быка за рога взяли. А не просто ой,
брезгливые мы. Ой, да это так, это так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай что мочу использовать. И пошло-поехало. То есть этот человек, вы знаете, который вот так говорит, он ничего вот не знает. Он, вот слово хорошее, невежество. Невежество, тот человек не знает, не хочет знать. Он что-то там, знаете, вот в жизни своей, как бы сказать, грубо говоря, тут выучил. И с этих позиций рассматривает все остальное. Что там происходит. И если что-то такое, что не вписывается в его рамки образования, которое произошло у него тут-то, от людей, которые, ну, современные люди сейчас вообще, они ничего. У них какое-то образование совсем, знаете, не то, которое надо. Вот, и они вот так начинают рассуждать воинственно, да ты что, мочу, назад, да наш выбрасывается, да наш грязная. А вот для того, чтобы вот это узнать, грязно она выбрасывается, с бактериями, она чисто, нечисто и так далее, вот это вот как раз и часть есть глава, теоретическое обоснование. А потом уже и пошла практика уринотерапии. В зависимости от того, как мы усвоили теоретический материал, мы уже можем его использовать и практически в тех или иных случаях. И каких? В каких случаях его вот так использовать, а в каких случаях его вот так вот использовать. И в конце концов идет уринотерапия в конкретных случаях. А то спрашивают, а можно или нельзя? А можно или нельзя? Вот я вот это все читаю и думаю, а кто ж мне отвечал, а можно или нельзя, а можно или нельзя, можно или не можно? Просто детский сад. Часть третья о свойствах трав, минералов, тканей и других веществ, а также об их влиянии на здоровье человека. И пошло. Пошло не просто так, знаете. Ага. Здесь будет рассказываться. Тут и классификация по вкусам, по силе воздействия, по соответствию, по свойствам. И дальше уже рассматриваются непосредственно крупы и бобовы, из чего вы там свое меню будете составлять, фрукты, ягоды, как лучше их использовать, овощи, приправы и специи, травы, что где, биоэнергетический резонанс между цветами и людьми. И такое есть интересная вещь, деревья, кустарники, дополнительные это самое, к свойствам деревьев, что еще, орехи, сладости, масло, молоко, мясо, металлы, минералы, оправа кормить, магические свойства драгоценных камней, свойства тканей, вода, разное послесловие. Послесловие. Какая работа проделана вот в этом вот томе? Знаете, вот вместо того, чтобы болтаться по этому интернету, что-то там запросы делать, еще там что-то там на это выискивать, какие-то, знаете, статейки неполноценные, вы обращайтесь вот сюда, где это уже проделано, где это сделано, где это выложено, где это работает. Вот что надо делать. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет. Это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и по чоканье бокалов ходит счастье в каждый дом. Ой, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Ой, что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет. Это Новый год.
Так и спи, дружок, сын нежный, наливай бокал скорей. Загадай свое желание и под звон куронка пей. Ой, веселись, 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 народ. Наступает, наступает новый, новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый, новый год. Ой. Bum 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 bum